Тук-тук. Колышется дождь густой пеленой, стучатся дождинки в окошко твое. Сегодня мечта прошла стороной, а завтра, завтра ты встретишь ее. Так не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Ты надейся и жди. Тропинка в лесу запахла весной, земля разомлела от солнечных дней. Сегодня любовь прошла тебя стороной, а завтра, завтра ты встретишься с ней. Так не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Оп-оп-оп-оп. Как в поле роса, как в небе звезда, как в море бескрайнем веселый прибой. Пусть будет с тобой, с тобой навсегда большая мечта и большая любовь. Так не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Надейся и жди. Вся жизнь впереди. Только надейся и жди. Надейся и жди. Пророк самой. Из-за Леночки думает у ней думы свои. Видишь, она по-зимнему одевается. Леночка. Вот что делает Леночка? Я замерзла уже, у меня сил нет. Правильно сказал про тебя тыква. Ведь кто его воспитателем детей доверил? А что я плохого делаю? Я замерзла. Зачем тебе лифчик? Холодно. Холодно? Леночка пошла. Иди, 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 дай догоню. Иди вперед. Леночка пошла. Мы думали, он на концерт поехал, а он с Леночкой занимается. Он с Леночкой занимается. Леночка. Пошла ж Леночка, пошла. Воспитатель. Воспитатель ты или нет? Воспитатель. Леночка. Да, прекрасно. Дениска, Дениска. Хуиска, а не Дениска. Леночка пошла. Иди ко мне. Ну, подскажу,
сидит целый месяц. Ты так на Дениску говоришь? Ты на Дениску так говоришь? Что говоришь? Слушай. Слушай, что говоришь? Ебал так, я об стенку купила. Неужели он помнил? Каштан? Да. Ошалеть. Вот. Сегодня вот лежал. Из этого дома, да? Вот. Вот пятиэтажка. Нет, вот здесь. Он его мало семьи. Он жил с этим Дениской. Каштан, да. Что ли? Каштан помер, да. Боже. Так, жена моя. Боже, там. Каштан. А кто каштан? Какие-то новости. Ну-ка, иди сюда, козел. Кто? Иди, иди, козел. Дениска, Дениска, подожди. Дениска, иди пообщайся. Иди, молодой, красивый. Общайся, подожди. У меня молоток свой. Тень, ну перестань. Когда он умер? Когда он помер? Вчера. В больнице. Почему в больнице? В морге. Ходил. Я первый, у Катька. Даже в Москву как уезжаю. Привет, Иван. Ауая! 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 Снято! Снято!